Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Сказано, сделано. Как меняется жизнь жителей республики после обращения к главе Чувашии. За молоком. Какова ценовая политика по закупке этого продукта? Весна, мечты, мыльные пузыри. Чебоксарцы готовятся к необычному флешмобу. Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. Руководители министерств и ведомств обсудили с жителями вопросы благоустройства населенных пунктов, капитального ремонта, индексации социальных пенсий, проведения весенне-полевых работ. Председатель правительства Чувашии Иван Моторин сегодня побывал в Козловском и Цивильском районах. Подробности в нашем сюжете. Свой рабочий день председатель правительства начал с посещения Козловского молочного завода. Иван Моторин осмотрел линию производства от цистерны до упаковки. На предприятии налажена работа с основным поставщиком молока. Сдает молоко и население. Лабораторные исследования молока из частных хозяйств имеют высокие по качеству показатели. В ближайших планах расширение производственных мощностей. Ведь завод отправляет свою продукцию в торговые сети Республики Татарстан. Побывал премьер-министр в крестьянско-фермерском хозяйстве Василия Семенова. Сейчас в нем управляется сын Иван. Государственные субсидии и вынужденный рост цен на местную продукцию позволили закупить новую технику и расширить границы земельных площадей. На предстоящий год у предпринимателей уже есть планы. Они хотят заняться производством соков из овощных и ягодных культур не только для продажи на прилавках магазинов, но и для поставок в организации общественного питания, школьные и дошкольные образовательные учреждения. Подобные инициативы найдут только поддержку в правительстве республики, отметил премьер-министр. В исторической части здания Байгуловской общеобразовательной школы, знаменитой своей прославленной ученицей, детской писательницей Марфой Трубиной, идут ремонтные работы. Кроме того, продолжается начатая в 2010 году реконструкция спортивного зала школы. Деньги есть у Минобразования, на спортзал есть, по крайней мере, в этом году. В Цивильске председатель правительства осмотрел территории, выделяемые под индивидуальное строительство многодетными семьями. Планируется возведение многоквартирных домов, но сначала надо решить вопрос с инфраструктурой. Только после этого можно говорить о масштабном строительстве в городе. Выявилась и другая проблема. Интенсивная застройка требует создания более мощных водочистных сооружений. Они уже построены, но работают пока в тестовом варианте. Иван Моторин дал поручение устранить все недостатки в кратчайшие сроки. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев постоянно проводит прием граждан в приемный президент России. В одной из очередных встреч с просьбой зачислить ребенка в коррекционный детский сад обратилась одна из жительниц Чебоксар. Подробнее в следующем сюжете. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого внимания. В обычных детских садах сделать это сложно. Владиславу почти 3 года, и у него серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По советам знакомых, его мама решила обратиться в общественную приемную, чтобы определить сына в специальный садик. Здесь ребенком смогут заниматься врачи, и чем быстрее начнется лечение, тем лучше результат. Я решила то, что все-таки пойду, потому что надо попробовать в любом случае. Проблем не было с тем, чтобы попасть к главе. При обсуждении данной проблемы он сказал, то, что постарается помочь в данном вопросе. И в течение небольшого промежутка времени, естественно, постарается решить этот вопрос. Вопрос был решен почти сразу же. Время ушло лишь на подготовку необходимых документов. Сейчас Владик ходит в детский сад «Надежда». Тут с детьми ежедневно работают врачи-дефектологи, логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре. Владик за это время хорошо продвинулся, можно сказать. Во-первых, организованный стал ввиду своего, скажем, недуга. Это было сначала, поскольку он пришел из дома, немножко неорганизованное было. Сейчас с удовольствием бежит на занятия, очень хорошо слушает внимательно и выполняет в силу своих возможностей. Мама Владислава радуется успехам сына и благодарит знакомых за своевременный совет. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Круговорот молока в природе. Глава республики поручил отраслевым ведомствам взять под контроль вопросы, связанные с производством молока в республике. Ценовая политика в области закупки этого важного продукта меняется. В Чувашии вводится система дифференцированного расчета за молоко. По такому принципу уже начали работать в Комсомольском районе республики. В колхозе «Урожай», например, рассчитывают стоимость молока с учетом его качества. Собирают здесь ежедневно более 7 тонн сырого молока, причем половину с населения.
Здесь у нас весы, на весах принимается, охлаждается, идет в танк как бы. Потом на переработку делаем, сепарируем, пастеризуем. В данный момент производим молока 3 тонны в день. Отсюда молоко доставляется в столицу и некоторые районы Чувашии. И даже соседи из Татарстана тоже пьют наше молоко. Надо отметить, что надои молока с каждым годом увеличиваются, а перерабатывающие предприятия развиваются. Так, например, совсем недавно на предприятии «Молл-центр» открылся цех по пакетированию пастеризованного молока. А в планах предприятия – запуск линий производства сметаны, творога и кефира. Такие примеры пока у нас, конечно, в малом количестве, но есть вот у нас и Брестинский, Канашская часть, Комсомольские районы. Конечно, очень сложно с частниками работать, но у нас есть сборщики молока, которые готовы заключать договора, платить больше за качественное молоко. И это вот Новочурашевский молокосборный пункт, который готов уже эту работу проводить. Ну и с остальными сборщиками будем отдельно вместе собирать, говорить. Но задачу о том, чтобы во всех районах республики у нас за качество молока платили больше, мы эту себя не снимаем, будем продолжать эту работу. По данным Минсельхоза Чувашии, еще в двух районах, и Брестинском, и Канашском, перейдут на систему дифференцированного расчета за молоко. Юлия Важенина, Расиль Мухаметов, Республика. Агропром – одно из самых перспективных направлений сотрудничества между Чувашией и Республикой Беларусь, которое по праву считается признанным авторитетом в сельском хозяйстве. Какой опыт чувашская делегация привезла из Братской Республики, расскажем далее. Общество с ограниченной ответственностью «Гастеловска», расположено в 15 километрах от Минска, считается одним из лучших в данной отрасли. Комплексное сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием зерновых, овощных культур и молочно-мясным животноводством. Хозяйство имеет один из самых высоких показателей выработки, что позволяет окупать вложения в модернизацию производства. В частности, был полностью переоборудован молочный комплекс на 1000 голов. Пока в нем 850 коров полукровок. Все процессы на нем, в том числе и доение, автоматизированы и обслуживаются всего двумя работниками. Роботизированные линии, используемые для производства и охлаждения молока, собраны на предприятиях Беларуси. Технология придумана французскими фермерами. Всего здесь 14 роботов. Главная задача операторов – следить дойку, чтобы коровы поочередно подошли на свое любимое место. И доверились умной технике, которая самостоятельно моет их вымя, тщательно сканирует степень чистоты и приступает к дойке. Это легкие конструкции, насколько я понял? Ну, это вы знаете, это конструкции, будем говорить, это сэндвич-панели утепленные вверху. Это очень такие десятка, достаточно плотные. Да, ну, надолго. Это надолго, да. Ну, 10 лет гарантии дают. Здесь рай для коров и телят. Все как у людей. Есть профилактории, где содержатся новорожденные телята до 20 дней. Есть отдельное помещение для декретниц. Они питаются по особому рациону. На строительство всего комплекса понадобилось 20 миллионов долларов. В 2014 году хозяйство получило прибыль в размере почти 2 миллионов долларов. На территории ОАО «Гастеловская» проводятся международные выставки достижений сельскохозяйственного производства и современной техники для высадки семян и сборки урожая. Спасибо деду за победу. О доблестях, о подвигах, о славе жителей одной из чувашских деревень говорится в новом фильме «Батальоны моей родины». Уже завтра в эфире национального телевидения Чувашии состоится премьера этой картины. 15 лет понадобилось режиссеру фильма Владимиру Галошеву для того, чтобы собрать сведения об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Более 200 жителей деревни Кошки-Куликеева Яльчикского района ушли на фронт, и половина из них так и не вернулась домой. Показать наших односельчан. Это победители в войне, в Великой Отечественной войне, потому что сейчас вот в последнее время особенно чувствуется, хотят историю переписать, хотят умолить нашу победу, Сталина сравнивать с Гитлером. Это недопустимо. Мы должны активность проявить. Вот жители нашей страны, да, скажем, в данном случае я хотел показать, что наши предки были на уровне, они были достойны, достойно себя показали в Великой Отечественной войне. И нам тоже нужно быть достойным, их надо к этому стремиться.
Фильм состоит из двух частей. Первая посвящена фронтовикам, которые били врага на полях сражений. Вторая – труженикам тыла. Кстати, во время работы над батальоном «Моей Родины» творческая группа обнаружила имена еще 5 участников войны из Чувашии, которые ранее не были зафиксированы ни в одном официальном издании. Создать фильм «Батальоны «Моей Родины» было решено в сентябре прошлого года. А посмотреть его можно будет уже завтра, 16 апреля в 19:15 и 18 апреля в 18:00 в эфире национального телевидения. Видение Чувашии. Военно-патриотический клуб из «АллатРа» вышел в финал престижного конкурса «Победа». Участие в нем принимают представители всех поволжских регионов. Аллатерские школьники уже обошли сильнейших конкурентов и теперь ждут оглашения результатов. Здесь у нас военно-историческое оружие, то есть самозарядная винтовка «Токарева» знаменитая, которая прижилась в Великую Отечественную войну только в морской пехоте ввиду своей капризности. В коридоре макеты оружия разных лет, на стенах камуфляжная сетка, а в центре зала икона святого адмирала Ушакова. В этом учебном классе у ребят принимают и экзамены по стрельбе из автоматов и пистолетов. Тир интерактивный, мишени проецируются на специальном экране. Попасть в такие цели довольно непросто. Клуб «Ушаковцы» в «АллатРе» появился 3 года назад. Все ребята здесь – морские пехотинцы. Чтобы получить вот такой черный берет, каждому воспитаннику необходимо доказать, готов ли он в будущем стать настоящим солдатом. Руководитель клуба когда-то и сам проходил срочную службу в береговых ракетных подразделениях военно-морского флота. Поначалу Дмитрий Марков обучал рукопашному бою учеников воскресной школы. И именно здесь решили создать курсы подготовки юных пехотинцев. На благое дело преподавателей даже благословил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Очень быстро мы из воскресной школы Верского храма переросли в другое структурное подразделение. Там места нам стало мало. Мы начали просить предоставить нам помещение больше, город нам пошел навстречу. Но так в 2012 году у нас родился военно-патриотический клуб «Ушаковцы». Сейчас в клубе обучаются порядка 40 ребят. Руководители говорят, что попав сюда и одев военную форму, подростки меняются на глазах. Они становятся настоящими патриотами. На одном из соревнований нашему бойцу было предложено снять нательный крестик. Ну вот я был горд ответом нашего Паши, который сказал: ну оторвут мне голову, оторвут, значит судьба моя такая, крест снимать не буду. Если он сейчас не снял крест, значит он снимет его уже никогда. Строевая подготовка и азы владения оружием – эти тренировки в клубе устраивают постоянно. Военному делу ребят обучают и солдаты местной воинской части. Постепенно, качественно стал уже клуб, конечно, состав клуба, благодаря его руководителям, меняться. И теперь уже даже действующие военнослужащие могут что-то почерпнуть уже отсюда в плане экипировки, в плане порядков. А это уже тренировка в полевых условиях. Задача молодых бойцов – задержать группу террористов. На пути их автомобиля ушаковцы устраивают засаду. Задача ребят усложняется. В салоне автомобиля обнаружены подозрительные ящики. Бойцы связываются со штабом. Скорее всего, это ядерный заряд. Принял, ждем химиков, занимаем оборону. Вас понял. Отряд химиков на квадроциклах прибывает на полигон уже через считанные минуты. Соблюдаются все меры безопасности, бойцы облачены в защитные костюмы и противогазы. Ящики исследуют с помощью специальных приборов. Свои действия на подобных учениях ушаковцы отрабатывают до идеала. Захват боевиков, минирование территории, разведка местности, сценарии тренировок меняются постоянно. Нас учат ставить растяжки. У клуба имеется большой запас различных учебных мин, растяжек, то есть нас учат с ними обращаться. В мои обязанности входит прикрытие группы, то есть я являюсь, по сути, основной огневой мощью. В клубе азы военного дела познают и девушки. Даже несмотря на наведенный марафет, они наравне с юношами бегают по полигону с автоматами. Говорят, что это им пригодится в будущем, по крайней мере за себя. Они уже готовы постоять. Мы попали сюда случайно, нас просто знакомый позвал. Нам просто очень понравилось. Это дисциплинирует очень сильно. Это очень большая ответственность, когда тебе, допустим, командир дает задание, ты его выполняешь. Связать свою жизнь с военным делом в этом клубе планируют большинство ребят. Но пока ушаковцы готовятся к 70-летию Победы. 9 мая они займут свой пост у памятника героям-освободителям. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.
мог бы отделаться наказанием за административные правонарушения, а в итоге получил судимость. В Чувашии вынесли приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В октябре прошлого года на улице Калинина в Чебоксарах инспекторы ГИБДД остановили 30-летнего местного жителя. Тот нарушил правила движения. Нарушителя такой поворот дела, судя по всему, не устроил. С места нарушения он попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню. После остановки автомобиля нарушителя один из сотрудников ДПС подошел к нему, однако тот заблокировал двери своей машины изнутри и отказывался выходить из нее. Поскольку окно со стороны водителя было приоткрыто, инспектор просунул в салон автомобиля руку, чтобы попытаться открыть дверь изнутри. В свою очередь злоумышленник, чтобы избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, стал поднимать стекло водительской двери своей машины, прижав руку инспектору и причинив ему сильную физическую боль, после чего стал ее выкручивать. Тем не менее, действия злоумышленника удалось пресечь, поскольку стекло разбилось, и нарушитель в последующем был доставлен в полицию. Горе Дручуна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В рамках фестиваля национальной книги «Через книгу к согласию народов» в Чебоксарах открылась выставка «Костюм народов России в графике 18-19 веков». Окунулась в историю костюма и наша съемочная группа. Эта выставка прибыла в Чувашию из Российской государственной библиотеки искусств. Гравюры, литографии, акварели русских и зарубежных художников. В них представлен различный взгляд мастеров разных эпох на национальный костюм многочисленных народов, населявших Российскую империю. Для подрастающего поколения очень нужно, чтобы они правильно видели и знали, какие костюмы одевали, какие головные уборы, какие поясные украшения. Вот это нам надо, чтобы точно знать свое. Ведь любая культура, она сначала надо свое как следует знать, а потом и другие, конечно, изучать. На выставке также представлено большое количество книг об истории костюма разных народов. В это воскресенье в Чебоксарах состоится ежегодный фестиваль мыльных пузырей Dream Flash. Тысячи чебоксарцев выйдут на улицы города, чтобы порадоваться наступающей весне и зарядиться позитивом. Мечты не купишь. Под таким лозунгом проходит Dream Flash по всему миру. Мыльные пузыри, как и мечты, недолговечны, но дарят радость и хорошее настроение. Впервые такой парад прошел в Москве в 2006-м. Интересную акцию тут же подхватили другие города России и Европы. И вот уже 7-й год подряд молодые чебоксарцы, одетые в яркую и иногда даже карнавальную одежду, собираются на сквере Чапаева. Затем огромная колонна, выдувая мыльные пузыри, шествует по центру города до залива. Dream Flash – это возможность встретить новых друзей, повидаться со старыми и снова почувствовать себя ребенком. Это праздник улыбок, беспечности и весны. Сегодня в МТВ-центре открылась выставка-ярмарка «Торжок». Ее организаторы утверждают, что она пользуется успехом во многих городах России. А вот в Чебоксарах ее проводят впервые. Подробнее об этом смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Чего здесь только нет. Продукты питания, одежды и украшения. Убедитесь сами. К примеру, из Республики Беларусь привезли всевозможные мясные деликатесы. Причем помимо колбас, покупатели здесь найдут гуся с яблоками, индейку на гриле, утку пикантную. Азовская кондитерская фабрика представляет восточные сладости. Большой выбор меда с Дальнего Востока и с Приморской тайги. Спасибо вам. Скажите, что... Я купила мед с мумием. Я не первый раз покупаю этот мед. Он очень полезный для здоровья и очень вкусный, как шоколад. Так что рекомендую. И кандык у нас очень полезный. Есть такой мед, вот как живокость. Это простонародное название живокость, а литературное – это окопник. Это природный кальций, эта травка обогащена кальцием. Очень хорошо укрепляет наши косточки. Вот этим полезное. Ну, диких пчел считается самым сильным медом, самым полезным, потому что этот мед забирается только ручным методом, методом прессы, его выжимает. На ярмарке «Торжок» большой ассортимент конфитюров из всевозможных ягод и фруктов. Приготовлены они на пару без сахара с применением пектина по уникальной германской технологии. Большой выбор орехов и сухофруктов. Есть и знаменитые ягоды годжи. Им приписывают свойства эликсира молодости и уникального средства для похудения. Помимо продуктов питания на выставке представлен белорусский трикотаж, постельное белье из Иваново. Большой выбор украшений из янтаря. Это и лечебные бусы из необработанных
обработанных камней и ювелирные изделия, в том числе авторской работы. Здесь есть даже иконы, украшенные янтарной крошкой. Организаторы работают только с проверенными поставщиками. Города, да, действительно есть, которые мы постоянно посещаем. Это северные наподобие, Мурманск, Калининград. Также приезжаем в Пермь. В принципе, у нас вся наша территория по поездкам – это вся Россия. То есть, куда мы успеваем, туда мы заезжаем. А постоянные клиенты действительно нарабатываются очень быстро, и они есть всегда за счет качества продукции, которую мы предоставляем. Ярмарка «Торжок» будет открыта на 5-м этаже МТВ-центра до 18 апреля. Время работы – с 11 утра до 8 вечера.